Здравствуйте. Здравствуйте. Вас беспокоит член избирательной комиссии. Белый жилет с логотипом выбора президента России. Главная отличительная черта представителей избиркома. Людей в специальной форме можно встретить у себя в подъезде. Ведь с 15 февраля начался поквартирный обход граждан. Цель таких визитов – проинформировать жителей о президентской кампании, рассказать о новой возможности голосования. Достаточно удобно, потому что многие очень допоздна работают, и не все есть в социальных сетях, чтобы какую-то информацию узнать. И сейчас как бы ходят люди, которые об этом могут оповестить каждого. Есть и пенсионеры, которые тяжело владеют информацией, поэтому я считаю, что это очень удобно. При обходе стало понятно, что у многих граждан место прописки и фактического проживания не совпадают. Теперь такая проблема не станет причиной не прийти на выборы. Ведь появилась возможность изменить место голосования. Для этого нужно предварительно оформить соответствующее заявление. Сделать это можно в многофункциональных центрах, территориальных и участковых избирательных комиссиях или же через портал госуслуг. О том, какие действия сделать, мы как раз раздаем буклеты, раздаем листовки, показываем, рассказываем, но также узнаем, сколько жителей находится на нашем избирательном участке. Поквартирный обход будет проводиться во всех районах до 22 февраля, а затем с 1 по 7 марта представители избиркомов доставят жителям Ульяновской области индивидуальное приглашение на выборы с указанием дня, времени и места голосования. Кристина Жакот, Руслан Баталов, новости Ульяновской правды.